Третья игра у нас Эша против Килсона. 1/4, 125 FPS кап. Подвисает Эш, успеет ли он. Ага. Ну и застопалась вся тема. Сейчас начнется. В рамках 1/4, 125 FPS кап. В 2014 году. Зимой. Мы сидим с вами и смотрим. Мы наблюдаем эту прекраснейшую игру. Давайте посмотрим хотя бы одну игру за Килсон. Вдруг эта игра станет последняя. Мне кажется, Килсон может здесь что-нибудь такое нам интересное показать. Первое столкновение достаточно дефолтное. Мега за Килсоном. С шафтом как-то он совсем прям на дву уходит, мне кажется. Не, конечно, карта вся... Ой-ой-ой, вот здесь очень плохо то, что не допрыгнул. Красный забрал, сейчас стек хороший. Килсона. Желтый появился, Эш выходит под мигу. Отрицательный получается по хелсам был мув от Эша, но зато желтый забрал, не достал своего оппоненту. Сейчас будет красный, нужно понять, с какой стороны будет атаковать Эш. Хорошо, проконтролил всю ситуацию, рейл заканчивается. И смотрите, атакует здесь Килсон. Красавчик. Прям хорошо все сделал. Немножко подлейл тайминг, забирает желтый и шафтецкий пополняет свой. Нижний желтый лежит. Рейлов мало. Вот проблема для Килсона. Нужно ему будет обязательно сходить на рейл, потому что он у нас такой серьезный рейлганщик. Сейчас будет красный. Помнит об этом Килсон. Да ладно. Но он слышал, что Эш где-то посередине. Здесь Эш пытается вломиться на красный. И смотрите, как он запустил его прям по этому камню. Подлетел Эш. И мигу забирает здесь. Смотрите, как Килсон все круто расконтраливает сейчас. Минус Эш. Уже 3-0. Рейл. Остается 4 штуки. Не ходит пока за слагами. Нужно реализовывать преимущество. Смотрите, на реле сейчас встретятся. Один рейл от Эша попал. Слабый там Килсон. Мог там попадать. Не... Смотрите, красный сейчас будет. Тоже важный момент. И не меняет пока возможность проатаковать Килсон. Смотрите, отдает здесь красный. Сейчас не очень хорошо разменялся. Не меняет возможность проатаковать на то, чтобы забрать рейлы. Две штуки осталось. Натный наш рейлганщик должен обязательно дойти до рейла. Пытается здесь принять, может в телепорт нам сейчас уйти. Эш, ну смотрите, как хорошо подлавливает. Это очень удачно для Килсона. То, что Эш вышел так. Потому что он был достаточно далеко, чтобы успеть сориентироваться. И... А для Эша это было полной неожиданностью. Все равно не идет на рейлы. Смотрите, как будто бы не нужен ему совсем рейл. Но тут нужно дать должное еще. Вот кончились рейла. Что Эш-то может и не знать о том, что кончились рейлы или нет. Плохо здесь для Эша. Ну давай, теперь зайди за ним. Отстрелял все 10 и пополнил. Нормально тоже. Главное, что он чувствует этот момент. Хорошо, здесь Эш прижигает. Прям так... Обмен рейлами. Много рейлов напопадал уже Эш. 10 секунд до миги. Мига здесь будет за Килсоном вроде бы. Но смотрите, Эш выходит, но слабый там. Он гораздо сейчас слабее по стеку. На красный нужно спешить. И смотрите, Эш очень грамотно уже заранее плазмы начал стрелять. Здесь выпрыгивает наверх. Желтый вот этот через секунду. Стек-то ухудшился сейчас у Эша. Ой, у Килсона. Рейлон здесь хорошо обменялся, для него выгодно. Скоро будет красный, будет ли атаковать. Смотрите, с налету хочет. Ой-ой-ой. Фейлового сейчас получилось. Но хорошее попадание. Килсы обязательно нужно сейчас забирать. Отлично попал. Видите, как он с рейлом, выпрыгивая прицелом, продолжает вести, вот, чтобы точно, если хотя бы на секундочку оппонент был виден, но смог он выстрелить, здесь промазал. По рейлу, и смотрите, Эш выходит на рейлган. Нужно сейчас быть аккуратным. Минус Эш может сейчас быть, да. Очень плохая была позиция для Эша. Он атаковал, как бы, и ожидал все время, что Килсон будет сдвигаться в сторону красного. Великолепный здесь тоже. Подкит и рейл, все вообще хорошо получается сейчас. Сейчас мигу главное не отдать для Килсона. Плохая ситуация для Килсона, может его Эш здесь прижать, но не получается. Контроль респа. Ага, пропустил вот так вот дэмэдж.
То есть он не запрыгнул сразу на мигу, а встал на этот бортик спереди. Что и позволило ему... Вижу, подлаги пошли. И что, попустит? Ну, попусти уже. Поясничай. Возможно, не хватает битрейта. Если еще повысить, то люди, у кого плохой стрим, о, плохой интернет, смогут смотреть нормально. Заметил здесь скилса Нэша, желтый пропустил все равно. Хорошо развернулся, вот на 360, просто раз-раз-раз, хоп, на 270, ну вы поняли идею. То, что смог проконтролировать во все точки, в какие поворачивался. Скилл, по-другому не скажешь. Понимает, шел на телепорт, подрейливает здесь на желтом. Минус Эш, 8-0. 8-0 ведет Килсон. Надеюсь, это не из-за того, что мы на него переключились. Нам вообще, конечно, нужно, чтобы Эш выигрывал. Но минус Эш еще раз. Мне почему-то казалось, что Килсон может взять вот именно Токс. Она такая достаточно и простреливаемая, и рейл легко добывается, и аккуратненько, если туда-сюда поныкался. Такая простреливаемая, простая карта. Ну, непростая, конечно. GG. Эш пишет форфейт. Good MH тайминг.